Так, приветствуем всех. Нас вроде как снова не особо желают баловать заданиями. Но что поделать. Так, кстати, решил сберечь на этот этап. Дотянуться можно через стену? Так, это мне уже не нравится. Опань, здрасте, приплыли. Охренеть. Теперь эти мрази научились дверь открывать. 10 из 10, блин. Правда, тогда странно, что остальные не открывали. Или это типа только для самых умных? Да как? Я же в него целюсь. Какая извращенная траектория получилась. Ага, все. Эффект закончился, да? Многовато будет.
Угу. Замечательно спрятали. Теперь понять, стоит куда-то идти или не стоит. Ладно, просто расстреливаем. А, блин, надо было, наверное, просто стену огня использовать. Хотя что-то они тоже не особо быстро умирают. А, сопротивление огонь. Понятно. Иммунитет магия. Угу. Мило. В огонь, кстати, не лезут. То есть те, кто были в огне, они не вылазили, но вот эти вот что-то отказываются лезть. А, и вот подошла сразу. Ужас. Они умнее, чем кажутся. А, доспех, кажется, выпал за дверь. Да серьезно, он на месте стоит, ни один снаряд не попадает. Это после молнии. И примерно так же сложно убить, как и до нее. При том, что у них вроде как иммунитет к огню и магии, но не к молнии. А, ну да. И что у нас тут? Амулет есть на ловкость. Там даже на силу, как ни странно, дать. Два амулета. Три. А где есть на ловкость и на силу? Ну и в теории мы, конечно, можем сменить амулет на силу, повысить ловкость и использовать вот эти вот луки, но... По итогу разброс от них, ну, даст примерно тот же эффект, что и текущий лук. Если только мы не найдем зачарованный. Хотя ладно, пусть пока лежит, все равно смысла нету. Свиток голема? Ай-яй-яй-яй. Не, мы, наверное, и видели, да? А нет, такого я еще не видел. Так, отойти. Пока этот. Угу, можно применить даже.
Какая же вот в этих локациях отвратительная обстановка. Так, сейчас минуточку. Вот это вообще не видел сейчас. А, блин, здесь же открывашка. Ладно, сделаем так. А внезапно это вариант, чтобы они к тебе не подходили. Любопытно. Правда, самим надо ждать, пока оно пройдет. Надеюсь, что мы здесь ничего не упустили. Потому что пока что какое-то издевательство. Так. Здесь чисто вроде бы, да? Хорошо, давайте почитаем, что здесь такое. Hail and sacrifice to Diablo, Lord of Terror and Destroyer of Souls. When I awoke my master from his sleep, he attempted to possess a mortal's form. Diablo attempted to claim the body of King Leoric, but my master was too weak from his imprisonment. My lord required a simple and innocent anchor to this world, and so found the boy Albrecht to be perfect for the task. While the good King Leoric was left maddened by Diablo's unsuccessful possession, I kidnapped his son Albrecht and brought him before my master. I now await Diablo's call and pray that I will be rewarded when he at last emerges as the lord of this world. Хорошо. А то уж я волновался, что вообще ничего здесь не найдем. Так, здесь вроде бы ничего. Блин, вот просто вот в движении даже не предположил бы, что здесь что-то есть. Большой шлем. Ладно.
Блин, хорошо, они неправильно дистанцию оценивают. Сейчас какой-нибудь за угол заберем, и там еще одна толпа, да? Кстати, насчет толпы. Ничего. Вау, ты откуда? И бочки. Хорошо. Угу. Ну, одно радует. Кажется, мы наконец-таки с этим уровнем закончили. Но поскольку нам вроде как нет обязательно необходимо сейчас возвращаться на поверхность. На этом пока что все.